Итак, на нашем тренинге по мануальной терапии и мануальному массажу мы продолжаем делать спину и делаем непосредственно шейно-воротниковую зону, сет номер 5. Вот мы перешли уже к поясной части головы, да? Размяли вот эту часть, где у нас начинается сухожильный шлем. И переходим к точному массажу, дополнительно включаем его в процесс, вокруг ушей, за ушами, где стыкуется ушная раковина с черепом, проходим точки. Обязательно точка, где ухо стыкуется вот верхней частью, да, с черепом проходим. От висков отводим назад вот таким пульсирующим гребеобразным движением несколько раз. Очень хорошо понижает давление, стимулирует вегетососудистую систему. И уводим вот все туда, под ключицу. Вот такими вот движениями вибрационными. Это мы работаем с лимфой. Очень хорошо чистятся лимфоканалы. Дополнительно от челюсти их снимаем. Перед ухом их вот через ухо даже вот снимаем. И все вот туда, в подключичную зону. Лимфа у нас идет вокруг, лимфоузлы идут вокруг ушей, по черепу, вниз. По вот этим мышцам большим кивательным сходится вот туда за ключицу, вот сюда. Можно, ну и вот сюда тоже. То есть можно их еще так немножко продавить, провибрировав, но только мягенько. Легкими движениями возвращаемся назад, захватываем ухо, размяли его. И прошли точки по крайнему ободку уха. Продавили так, как прищепками. Здесь тоже идет стимуляция позвоночника. Как мы знаем, на теле нашем многократно проецируются внутренние органы нашего организма. Да? Везде, везде, везде. То есть и на позвоночнике, на спине есть рисунки внутренних органов, и на стопах, на руках, на ладонях, на каждом фаланге пальца, на языке, на лице, многократно все это нарисовано. И особенно на ухе. Ухо – это перевернутый вверх ногами зародыш человека. То есть, если, кстати, рисунок уха, он нарисован еще у нас на половинке мозга. Если мы полушарие от полушария отделим и развернем вот так вот, да, то тут спроецируется рисунок нашего уха. Поэтому стимуляция уха очень полезна. Мы одновременно стимулируем мозговые импульсы, да, и одновременно проходимся по позвоночнику. То есть вот тут вот голова, вот тут, грубо говоря, копчик находится, да, вот он зародыш вверх ногами. Вот мы массируем ему глаз, вот нос, вот шейный вот этот вот позвоночник, хребет пошел, вот поясница, крестец, копчик вот тут вот, да. Теперь второй ободок, это вот внутренний ободок тоже прижимаем, это, соответственно, руки, ноги, печень, почки, там вот половые органы. Дополнительно, вот смотрите, от козелка уха еще вот, где скула зажимается, вы можете почувствовать, да, где вот она стыкуется. Здесь вот есть раз, два, три, три точки такие. Их тоже простимулировали, раз, два, три. Точку простимулировали, где ухо снизу теперь перерастает, да, к нашей скуле. И растерли быстро ухо, зажав его как между ножницами, между пальчиками, ну, между любыми, какими хотите. Вот, ухо можно еще помять, поскладывать конвертиком, как хотите, во все стороны. И мануальная такая терапия с ухом, когда мы можем его растянуть вверх, вниз, вот сюда, и вот выдернуть из ушной раковины. Может даже услышать хруст. Был хруст у тебя? Да. Да? Вот, это вот ты говорил там про женщину, что у нее пропал слух, да? Да. Попробуй ей вот так вот это ухо поднять и выдернуть. Вот у меня сейчас чокнуло тоже самого себя. Делал, да, такое? Да, делал, но не получилось. Пока.
Так, ну это наша другая тема, но мы включаем вот этот точечный массаж именно в массаж спины, потому что это также идет стимуляция вот этих точек, да? Если где-то мы там недостимулировали внутренние органы, то идет массивная, как это называется, массивное направление нашей энергетики на все внутренние органы, и таким образом оказывается лечебное давление, лечебный эффект увеличивается. Дальше мы проходимся вдоль оси черепа, да, вот если его пополам разделить ровно, по сантиметру в каждую сторону отступить, да, и через каждые 2 сантиметра друг от друга находятся еще Ямочки. параллельно точки, да, там можно прощупать такие ямочки, да, Я на крем-то лазю постоянно, когда вот успокоиться хочу, да, например, да. а самому себе, Когда коснусь, я хочу подготовить, не спится. да, Я прям вы вот пальцами туда впиваюсь, специально, да, ногтями. не ищите, они там достаточно легко находятся. И держу минуту, и меня так, знаете, такая... Голова сразу заходит, да? И в сон. Да. Это как раз еще дополнительно расслабляет шлем сухожильный, да? И это как продолжение позвоночника. Вот тут вот так точки находятся, да? И вот они идут вот сюда, сюда, сюда. Люди сейчас спрашивают, а зачем ты мне голову массируешь, если я просил спину так помассировать? А это вот продолжение спины. Это продолжение энергетических каналов. Значит, мы берем от самого нижнего участка, докуда вы достаете, да, большими пальцами и проходим примерно... Я к ногтям прям целом впиваю. Примерно ногтями. Пальцы не Ну, лазят. клиенту ногтями я не советую все-таки попасть. Но любыми пальцами, какими вы достаете, да, вот, стимулируйте их, проходим, доходим до начала роста мышц от черепа. И опять их, Там через каждую толщину пальца идет сразу. да, опять их вот прорабатываем, стимулируем вот эти вот мышцы, стимулируем опять точки вокруг шеи, раздвигая эти боковые мышцы в стороны как можно сильнее. Здесь, кстати, вот помните, я на доске рисовал, что акупунктурные точки можно продавливать таким методом, как будто вы вот вы давите, 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 потом резко отпускаете, да? Ну, давить не обязательно много, даже не минуту. До 10, до 15 примерно досчитываете и отпускаете. Вот даже можете под ними сразу почувствовать, как отпускает мышцу и как она сразу расслабляется. Вот здесь посередине получается, да? Расстояние шеи, точка находится. Прямо вот в нее вертикально вниз давите. Тебе как, больно здесь? Вот, надавил. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, четыре, три, два, один. Как, расслабился? Потом есть точка болезненная вот здесь вот, на плавающем нерве. Ее очень тяжело показать. Вот, примерно здесь, посередине, на этой мышце. Давить надо, соответственно, перпендикулярно в ее проекцию, то есть вот так вот, в шею. Потерпи чуть-чуть. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, ну, 10 секунд. И отпускаем. Эти точки очень хорошо разблокируют все шейные блоки, и, соответственно, прямо вот легкость, ну, по всем рукам, по всему плечу. Но самая интересная точка, самая активная, находится вот под вот этой мышцей. И поднимаем ее, и получается вот здесь вот в ямочке, да, близко-близко к шее, есть вот такой вот шарик, как бы, вот, надавливаем на нее, больно? Можно вот с двух сторон, по проекции прям в тело, туда вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, терпи, 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 отпустили. Следующая точка находится посередине, как вы себе можете. Тоже туда в тело. Отпустили. Следующая точка там, где она крепится, вот в этом отростке премиальном. Можно стонать. Точка, находящаяся на уголке хрящика от лопатки. Вот здесь. Давим, соответственно, туда, вниз. Отпустили. И вот где серединка получается. Вот лопатка, да, вот примерно посередине этой лопатки. Здесь вот мышца, тоже вот триггерная точка. Ее вот так же продавливаем. Вот.
Все, расслабились, сбросили энергию. Немножко дали человеку прийти в себя. И к мануальному массажу. Почему он называется мануальный? Потому что везде у нас включается декомпрессия. Таким образом мы ее делаем. Устанавливаем кулаки на череп и большими пальцами будем отводить в сторону как можно дальше через трапециевидную мышцу, вытягивая шею. Вот смотрите, установил, да, на косточке. И вот прям тяну. Видите, как шея вытягивается. И теперь в другую сторону разворачиваю. Уперся я в плечи и вытягиваю шею. Можно даже с небольшим таким поворотом. Назад возвращаемся спиралевидным движением и еще раз вытянули. Заканчиваем тем, что если массаж у нас был только шейно-воротниковая зона, да, то в принципе вот на этом можем закончить. Но поскольку у нас был массаж спины, то мы возвращаемся к началу спины, откуда мы начинали. И об этом я вам покажу в следующем сете. Сет номер 6 у нас будет. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, а лучше приходите и узнавайте все на практике. Потому что многие нюансы все равно по видео до вас не дойдут. А тут мы вам поставим руки.